Привет! Всем привет, дорогие друзья! С вами на канале Лысенька Его. Мы сегодня купили Майнкрафт. Да. Тут Стив и корова. Стив и корова, да? Да. Так, ну вот, показывай. А на картинке вот такая же. Вот такая вот, да. Хотим, кстати, поздравить всех сегодня с праздником. Что сегодня за праздник? Праздник защиты день. Защиты день? Да, отлично. Детей. Правильно. Праздник сегодня, день защиты детей. Так, ну рассказывай, кто этот мальчик? Майнкрафт. Мальчик Стив. Стив. И корова, да? Да. Так, а что это за стоят штучки, которые блестят? Это вообще-то, ну, это алмазы, там можно... Это факелочки, да? Да, все. Я понял. А что у него в руках у Стива? Кирка. Кирка. Это он добывает ресурсы, да, вот да. Эти вот? Черное, я помню, это уголь. Коричневое это камень. А что он с этого делает? Что он строит с него? Он строит мечи, там одежды, еще там. Дом строит? Да. Кровать себе, я помню, он там строит, выстраивает, да? Да, мечи себе. Я понял, да. Это очень любимая игра кого? Моя. А еще? Ярика Лапы, да? Да. Да, мы его смотрим за Майнкрафт. Вот так вот. Поэтому мы все знаем о Майнкрафте, как они там все добывают, мы ресурсы. Мы еще смотрели этот мультик Лего. Да, смотрели, смотрели. Конечно. Я видел там свинью, зомби, крипера. Да ты шо? И скелета. Да? Да. И паука Эндермена. Угу. Даже. Понял. Ясно. Ну вот такую мы сегодня себе игрушку купили. Да? Да. Ну тогда все. Всем пока. А мы будем ей играться, да? Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Лысенька Его. Всем пока.